Да, пропащий, но это, наверное, из оперы «Вообще спасибо, что живой». Всем привет, с вами Мозз, не виделись 1000 лет, поэтому в первую очередь поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками. В рамках FIFA безоговорочно желаю наилучшего дропа в пакцах, а также поменьше токсичных, мерзотных соперников в онлайне. Все же старайтесь получать удовольствие от игрухи, хотя, да, согласен, порой это сделать непросто. Но ладно там, FIFA фифой, главное, чтобы в реальной жизни у вас было крепчайшее здоровье в наше время, а также чтобы успех и удача сопутствовали вам во всех начинаниях, будь то учеба, работа, семейная жизнь, в общем, что угодно. От всей души желаю тепла, добра, посылаю те самые позитивные вайпсы. Ну а поводом мне вернуться, собственно, на ваши экраны послужил запуск голосования на игроков команды года, те самые заветные синие TOTY карточки, которые, я уверен, желают заполучить в свой клуб каждый первый любитель режима Ultimate Team, но они действительно обычно зубодробительные. Так вот, теперь каждый из нас может зайти на сайт, выбрать наиболее наигравших, по нашему мнению, футболистов на каждую позицию, и вроде как канадцы при составлении итоговой команды года будут в какой-то доле учитывать вот результаты голосования среди юзеров. Такую вот команду мы сегодня обязательно соберем, прикинем, кто действительно достоин там оказаться, опираться. Разумеется, будем на реальный футбол, заодно поговорим про TOTY-номинантов. Был такой ивент в прошлом году, если помните. Ну и школь про реальный футбол обмолвился, то вы уже должны знать, что любой матч, даже самый кислый, станет супер интересным в компании наших друзей из Париматч. Париматч, друг, на 100% легальный и проверенный. Компания работает на новой технологичной платформе. Футбол, хоккей, UFC, киберспорт, ассортимент дисциплин колоссальный. К тому же, по просьбам трудящихся, Париматч возвращает фрибет 1000 рублей. Главное, полностью пройди простой и понятный процесс верификации, чтобы получить максимальный бонус. В общем, будь молодцом, переходи в закрепленный комментарий, а теперь приятного просмотра. Команда года — это некий рубеж, после которого многие вообще закрывают для себя сезон фифы. Активности последние 2 недели я и так проявлял кропаль, так что TOTY лично для меня вполне себе повод вернуться в игруху. Тем более, что каждый из нас может участвовать в выборе 11 темно-синих карточек. Вряд ли мнение работяг станет решающим, но давайте-таки прикинем, кто именно окажется в команде года. Отталкиваться, само собой, будем не от желаемых каждым первым мамкиным кибером метовых бегунков, а от заслуг и достижений игроков в реальном футболе. На вратаря я вижу 2 очевидные и на самом деле равносильные позиции. Это Менди и Донна Рума, победитель ЛЧ и чемпионат Европы соответственно. Чисто по скиллам и уровню чемпионата я дам свой голос сенегальскому Эдику, но зная, как электроники уась-уась с ребятами из ПСЖ, скорее всего в команде по итогу окажется Джиджи Младший. Ну, с небольшой натяжкой, это тоже заслуженно, все же другие кандидаты сильно отстают по уровню выступлений и боевым заслугам за прошлый год. Переходим к защитникам, тут интереснее. Слева могут за выслугу лет дать Альби, еще вероятнее закинут синячка Дэвису, но, кстати, Альфонсо, наверное, заслужил, особенно если кто следил краем глаза за сборной Канады, которая, как это бы страшно не звучало, теперь способна дрюкать наших не только в хоккее. Но лично мой голос уйдет Тео Эрнандесу. Все же, если смотреть глобально, это сейчас один из самых жестких ЛЗ в мире, особенно в плане атаки. Недаром ему Пиоли периодически отдает капитанскую повязку. В центре разобраться сложнее. С одной стороны, сюда просятся итальянцы за победу на Евро. С другой, лучшие времена зверского тандема из Ювентуса уже точно позади. Мне кажется, что сейчас более актуально и заслуженно будет отдать одну позицию Маркиньешу, а вторую либо Рюдигеру, либо Рубену Диешу. Думаю, немец чуточку ближе, как минимум за ЛЧ. Хотя и португалец 100% является сейчас одним из лучших ТЗшников в мире. Справа фаворитов два. Трент и Канселу. Лично я тут безусловно выберу португальца. Минувший год в его исполнении был куда стабильнее арнольдовского, но здесь может зарешать тема, что англичанин является лицом FIFA 22, поэтому не удивляйтесь, если в команде окажется именно он. Из остальных отмечу разве что старину Наваса, но ему, наверное, дадут что-то типа карточки TOTY-номинанта. Перебираемся к полузащите. Ну, 2 позиции из 3 вообще без вариантов. В команде точно будет Джорджиньо. Единственное из номинантов, кто выиграл оба самых престижных футбольных трофея минувшего года. Пускай он не самый яркий и заметный на поле, ну не считая его промахов с пенальти, но что Челси, что Италии пришлось бы без него несладко. по центру железобетонно нарисуют Канте. Да, годом ранее, возможно, он выступал сильнее, но и сейчас сдается он вне конкуренции в плане разрушения и выгрызания на позиции ЦОПа. Я сейчас не про фифу. А вот третья вакансия ЦП 50 на 50. Хотя нет, все же 40 на 60. Как бы мне не хотелось видеть здесь Бруно Фернандеша, все же КДБ четче, стабильнее и с трофейчиком в багаже. Да и справедливости ради, в сборной португалец выступал будто сам не свой, в то время как Кевин фигачил на обоих фронтах за себя и за того парня. Друзья, команда года — это, наверное, лучший вариант закупиться топ-игроками на весь оставшийся сезон, поэтому если вам не хватает золотишка, все проблемы решит Ваня Мухин, надежный, проверенный партнер канала, работаем не первый год, сделает все качественно и по выгодному курсу, ссылка на него будет в описании ролика. Что ж, осталось выбрать нападение, и тут, боюсь, наши с электрониками видение разойдется. По моему скромному, выбор тут супер очевиден. Справа кучерявый повелитель колбасы и всея Египта. Даже формально заявленный в аркадке на правом фланге великий обладатель золотого мяча на фоне Салаха сейчас в ПСЖ смотрится блекло. Но за одну только, пускай и супер важную лично для него победу со сборной, такому крутому игроку как Месси должно быть маловато, даже в почетном возрасте. По тем же причинам, эта TOTY должна быть без Криша, тем более что на ФРВ абсолютно неоспоримо первенство Левандовского. Имхо наряду с Джорджиньо его фамилия вообще не обсуждается. Хорошо, но кого тогда поставить слева? И вообще, должен ли тут быть номинальный ЛФА? Потому что если привязка по позиции не обязательно, не думая, отдаю голос Каримушке, который что в реале, что в сборной переживает вторую молодость. Такая вот у меня получилась основа, вроде как обоснованная, но, конечно, субъективная. Расклад получается такой, что Роналду, Месси и Мбаппе вообще не попали в состав. Есть опасения, что Кильянушку таки просунут с маслом, вероятно, вместо Бензимы. А вот в каком виде пихнут Авейру и Леонида, интересно. Раньше в TOTY выходил 12-й игрок, и вот поди вручат аргентинцу. Тут либо делать 13-го игрока, либо мини-релиз, как со всеми последними промо, иначе мы впервые за 100-500 лет останемся без синего мистера. Ну и нет никаких сомнений, что канадцы выкатят также команду TOTY номинантов, которую до зубов укомплектуют всякими метовыми чертяками типа Винисиуса и Хакими, надо же поинтсов продать пожирнее. Либо номинантов кинут как собаки кость тем футболистам, которые реально наиграли на TOTY, но в недостаточной мере дружат с конторой. Уж коль не первую минуту занимаемся оракульством, давайте прикинем, кто попадет в подобный сквад номинашек. Ежели мест там 11, расклад, наверное, такой. На воротах, учитывая, что Донна Рума пихнут в основу, Эдуард Менди. В защите слева направо Альфонсо Дэвис, Леонардо Банучи, Рубен Диеш и Трент. В центре Бруно Фернандеш, Барелла и Льоренте, и в атаке Неймар, Холланд и, пожалуй, Кьеза. Ну, тут субъективщины еще больше, чем с основой, и намашнить тут ради наживы канадцы могут знатно. Все же, если команда года существует реально, то история с номинантами мутная, и за нее особо не предъявить. Не, ну предъявить-то можно и мне за не самый, наверное, объективный выбор игроков, но на то ролик и затевался. Очень хочется обсудить с вами, для этого существуют комментарии, кто, по вашему мнению, должен оказаться в этой команде года, какие позиции в моем составе вам кажутся спорными, в общем, делитесь прогнозами, всегда интересно послушать ваше мнение, лайкаю, отвечаю, ну и, друзья, проявите активность, поддержите видос Лукасом, канал подпиской, проверьте, чтобы были все уведомления с колоколом, а то работают они как-то, ну, не очень. Ну и буду рад видеть в соцсетях, в первую очередь в Инстаграме. Все ссылки, как всегда, вы найдете в описании ролика. Ну и про закрепленный коммент тоже не забывайте. Еще раз поздравляю вас с прошедшими праздниками. С вами был Мозз. Скоро увидимся.